Йо, ребятушки, привет всем, с вами Рамзес, и мы возвращаемся в CS 1.6, и сегодня играем на таком замечательном серф или дезран сервер, нет, это дезран, ребятушки, сервер под названием авторский забег. Ребят, перед началом хотел бы попросить, чтобы вы поставили этому видео лайк, ваш лайк очень значим, так что, ребятки, мне будет очень приятно, а вам просто нажать на кнопочку, она же бесплатная. Так, ну смотрите, ребят, тут все то же самое, скидки такие на привилегии, все очень дешево, так что покупайте. Создателя можно купить серф, точнее, за 500 рублей всего лишь. Так, все, и можем начинать. Так, ух ты, ух ты. Ой-ой-ой, как так я промахнулся, купить жизнь. Ё-моё, у нас нет жизней. Так, ну окей, придется ждать, давайте меню привилегий, меню випка. О, воскреснуть можем. Давайте сразу включим все способности, здоровье возьмем, турбоускорение, гравитацию. Так, террористам не надо, заморозку что-то. А, гранату заморозку и взять 6000. Далее, админ меню, взять 8000, ускорение. А, установить 150 кп. Ускорение бунихов выключить. А, включено. Отлично. Да, двойной прыжок. Давайте себе дадим. Рамзес. И супер админ меню. Установить 150 кп. А, взять 16к. Ускорение. Так, скорость. Далее гравитацию включим. И да, двойной прыжок это у нас есть. Возродить всех. Давайте возродим всех. Отлично. И все, мы можем бы. Ой-ой-ой! И паутиночка есть. Как? Просто как я так лоханулся. Боже, а. Ну, здесь на скорости надо. Я, ребят, не на опыте. То есть я не знаю, здесь или быстро нужно, или очень-очень медленно проходить, как я вот так. А у нас двойной прыжок должен быть. Чё, почему у нас его нету? И граната какая-то должна была быть. Фу, еле-еле допрыгнули. Так бы, если не допрыгнули, было бы обидненько. Так что, ребят, випка стоит навсегда всего лишь 5 рублей, то есть... Ну, блин, ну, согласитесь, ой-ой-ой-ой, как круто. Ё-моё, так, давайте сразу сюда попробуем напрыгнуть и сюда. Опа. Как? А ты мог бы респавниться на... Но осталось очень мало. Окей, а возродить всех мы можем? Возродить всех, а, да, можем один раз. Один раз можем. Так, отлично. Как они так быстро бы хопят, я не понимаю. Это пипец, пацаны. Чтоб я так бы хопил, так у меня бы ком сгорел. Вообще просто. Изи. Здесь вот лава. Надеюсь, здесь никаких таких... Ух, спецназ победил, давайте. А, у нас и паутинка закончилась. Лол, давайте сразу улет. Что-то там карта вроде бы меняется. Давайте за первую голосуем. Также команда гифт есть. То есть мы можем выдавать, подарить випку, админку. То есть это для владельцев. Вот вип, подарил вип. Так, ловушка на ножах. А, блин, я террористом был. Вот здесь, то есть за КТ. Ой, за терроров играл. Прикольно было бы, кстати, поиграть за террористов. Ух ты, карта меняется. У меня долго что-то... Что долго меняется загрузка нижняя, ребята. Ребята. Так что не забывайте, давайте наберем, ребятки, много лайков. Мне будет очень приятно. Видосики буду почаще выпускать и подольше. Ух ты, а вот эта карта прикольная. А ножи можно как-то поменять? А, вот, да, выбор ножа. Серп, это наш, да? Блин, давайте, ой, выбор ножа, где нож? Вот четверка. А гравитация? Это вот такой нож, да? Угу. Стронг вот такой, кроссбас, кроссбарс.
и стандартный нож такой. Давайте, ну да, серп возьмем, потому что серп это серп, ребят. Блин, что я сказал? Потому что серп это серп. Ну, найс. И... ну, вот эта карта более-менее прикольная. Начинаем через одну секунду. Все заново, что ли? Игра начинается. Ух ты, нам конкретно повезло. Ё-моё, давайте. Как паутинка? Использовали. Ё-моё. Изи, и куда нам бежать, я просто не знаю. И у нас паутинка уже закончилась. Эй, просто. И... а, сейчас вот. Так вот, да? И забегаем сюда. Сейчас эти будут опускаться. Фу, еле успели. Нам нужно было куда-то в другое место бежать вроде бы. Так, окей. Ух ты, ух ты, ух ты. Взяли по 90. И где террорист? Как у него миниган, чё? Нифига себе. Ух ты, не туда нажал. Три, возродить всех. Спецназ. Офигенно, кстати, блин. За террористов. У него миниган, что ли, был? Ух ты. Сказать, что мы сейчас сделаем, ребят? Я вам покажу, что мы сделаем. Опа. Изи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, карма есть все-таки, ребят. Блин, возродить всех давайте. У нас паутинки сейчас... а, нет, есть. Ух ты, давайте. Почему не берется по 90 у нас? Где? Куда мы должны были заходить-то? Вот сюда, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, вот так. Прикольно, кстати, воскреснуть давайте. Мы можем один раз воскреснуть. Ух ты! Фига, ребят, я похоплю. Текс. Опа. Блин. Чё, ну как так-то? 55 кп остается и все. Мы сюда никак не заберемся. Скорость 300, 700, 400. Блин, давайте попробуем набрать скорость 500. Боже, ясно. Ух ты, как они здесь прыгают. Ё-моё. Всё, скорость 500 есть. А 1000 реально набрать? Просто по фану так. Ну, вроде бы можно. Так, сейчас я сольюсь и буду орать сам на себя. 700. Есть, ё-моё. 800, давайте 1000. Блин, главное, чтобы сейчас не зацепился, ребята, ё-моё. Так. 900, давайте 1000. Блин, ай-яй-яй. Фух, так, 900. 50. 80. Тысяча, ребята, просто 1000. Скорость 1000, изи. Изи, ребят, все. Просто круто, согласитесь. Вот так бы хопим. Уже 600. Ну, в принципе, все, ребят. Очень круто получилось, согласитесь. Это заслуживает лайка. Скорость 1000 набрали. Ну, в принципе, все. С вами был я, Рамзец. Подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.